Папа или мама полетел уже, смотри, уже все. Сколько, три там было где-то, да? Не знаю. Не, ну три я видел точно. Всем приветики, мы едем на речку. Решили Ангелину выгулять. А себя нет? Ну, себя тоже. Пусть поплавает. И Чарликом. Да, а то все на озеро, мама, теперь поедем на реку. И Чарликом выгулять. Да. А куда ты без Чарлика? Озеро. Ой, где-то моя девочка, не могу снять ее. Привет! Красавица моя. О, вспомнил. Все. Речку уже. Подъезжаем. А где наш Чарлуня? Где наш Чарлуня? Чарлуня, посмотри. Подъезжаем. Единая моя собака. Все, запрягнул. Чувствует речку, да? Да, прямо чувствует реку. Он все чувствует. Когда мы подходим или подъезжаем, или домой возвращаемся, да? Да, он чувствует вообще домой, когда. Он домой любит, он любит везде этот рыженький. Ты со мной? Наш папа что делает там? Машинку спасает. Машину спасаем. Одну уже вытащили. Вытаскиваем вторую. Надо помогать. А то мы так застряли, и нам никто не помог. Когда мы, помнишь, на море ехали, мы долго были. У нас была поломка. Спасибо товарищу с Украины, да? Он только нам помог. А наши все земляки проехали мимо. Вот так. Мужчина нам помог. Большое ему спасибо. Поэтому наш папа теперь помогает. Наш папа всегда помогал. Он у нас большой молодец. Никогда не откажет. Никогда мимо не проедет. Да. Ох, улетает. Так должен лежать. Вот. Набирай воздуха. Смотри, ровненько. Не бойся за воздух. Хотя бы поддерживаю, не бойся. Проверим. Какая река. Куда жопу свою у нее запускаешь? Далеко. Все, назад. Назад. Это река, это не озеро. Здесь течение. Прекрасно. Твоя глубина. Ого, как ты умудрилась. Смотри, как умудрилась она лечь туда. Вот плохо, что резинки остались у машины. И за ручки держать. А почему? Потому что ты такая будешь жабочка кататься. Красота. Рыбокреву словил. Я лечу. Ты летишь по воде, да? Ого. Ой, здесь хорошо, что нет много народа, как у нас на озере. Но водичка, правда, попрохладнее все-таки, это река. Ну, только красиво. А как быстро? Все надо, мне же надо разворачиваться. Это мама! Что? Что? Сейчас из кроху плывет. Ника. Да. Вкусная у бабушки клубничка. Свинка. Сладкая. Да? И кислая. И кислая. Сахарка не хватает, потому что мы привыкли с сахаром кушать. Угу. Сейчас уж
Саша наш зарылся в сумку. Жарко ему. И еще мы когда-то с мамой собирались, ему сделать панамочку, да? Угу. И я отверстие рядом должно быть до ушей, да? Да, и отверстие должно быть для ушей. Уже уши будут закрытыми. Так, ну так, так, да? Так не будет нормально. Где уши будут, да? Да, где будут уши. Я согрелась, я купаться хочу. Иди. Оп. Убежала рыбка. Рыбка убежала. Убежала. На обычку, то есть приманку съела и убежала. Так что она еще не доросла. Да. Не доросла. Плавает ангелушка моя. Ангелок, ты туда близко не иди. Не иди к удочке. Да ничего страшного. Я это взять буду. Сразу. Да? Потому что это жарко. Нету на улице. Когда баламутит песок, она... Лучше клюет? Да. Вот так ангелуша моя строит снеговичка. Летом соскучилась по зиме. Нет. Нет, я тоже. Я так хочу, чтобы было лето. Я тоже. Чем больше, тем лучше. Правда? Такой маленький у нас снеговичок. Там еще будешь одного лепить? Я не знаю. Угу. Если, конечно же, палки хватит. Если... А что ты ему там, что-то нарисовала? Да. Дай-ка я посмотрю, что ты... Ой, какой красивый. Посмотри. Срочка осталось сделать. Ой, умница ты моя. Красавцу нарисовала. Молодец. Тихо упадет. Подержи ему голову. Юля, все поймал. Вот так. Молодец, художник. Вот что значит творческая девочка. Творческая во всем везде найдет себе игру. Да. Отдохнули мы с ангелушкой телом и душой. Да, котик? Да. Тебе понравилось? Угу. И мне понравилось. Тихо-тихо, не упади в воду. Все, мы собираемся, мы домой. Было классно. Приедем еще? Я не знаю. А кто знает? О, мама, ты помнишь, помнишь? Ой, помню, давай. Так. Мама, ты запуталась? Кузька, моя. А ракушки собираешь? Ракушки собираешь. Я думала, ты смотришь, как задел рыбку ловит. Вот. Все, комары появились. Мама, смотри. Угу. Молодец.